За несколько минут на площадке, где проходят общественные слушания, набирается несколько десятков человек. Жители района боятся опоздать, ведь на встрече с членами общественных советов будут обсуждаться вопросы, участвовать в решении которых необходимо всем, кому не безразлична судьба района. Многие приходят с советами и конкретными предложениями, а кто-то уже самостоятельно приступил к их воплощению и готов помочь другим. Мы сами все, вот нужно нам цветочки рассадить, мы рассаживаем, поливать поливаем. В общем, мы стараемся и хотим, чтобы наш двор и дом был, так сказать, в самом нормальном, хорошем состоянии. Мы думаем, что что-то должно измениться. Будем надеяться, будем помогать. На встречах в рамках проекта «На связи с губернатором» люди могут задать все накопившиеся вопросы. Общественники постараются ответить на каждый и найти пути его решения. Жителей такое общение с властью устраивает. Такие встречи с жителями районов и микрорайонов добрый вечер, положительно влияют, поскольку они дают возможность задать свои вопросы и обозначить интересующие нас проблемы. Члены общественного совета микрорайона «Центральный» поступают мудро. Некоторые проблемы стараются решать с утра пораньше. У нас с главой администрации уже налажен такой контакт, что мы где-то раза три в неделю обязательно выезжаем на территорию микрорайона, где мы встречаемся с жителями. Обычно это у нас такие утренние выезды, где мы встречаемся с жителями, обходим все вот дворы, да, вот эти вот болевые, так сказать, точки. Вот. И, в принципе, некоторые проблемы решаются сразу на месте. Главное, уверены общественники, не сидеть сложа руки ни им самим, ни жителям. Рассказывать о проблемах по мере их поступления. Искать пути решения совместными усилиями. Марина Кравцова, Павел Баймаков, Максим Гусев. События.